Приветствую вас. Мне бы хотелось начать с того, что вот пояснить вам. Так, значит, человек уважает тех, кто его бьет или жестко прессует. И запрещает нападать чаще в сложный момент. А любое сочувствие к себе или проявление заботы считает слабостью. О чем это говорит? Говорит это о том, что человек признает только грубую силу, а человек признает, скажем так, устаревшие исторические законы выживания, то есть кто сильнее, тот и как бы прав. А у человека в семье не было каких-то вот таких чувственных, культурных установок, либо его не любили вообще в детстве, да, то есть не внушили ему ценностей, таких вот личностных, культурных, духовных, либо родители просто не обращали на него внимания, либо он разочаровался в этих ценностях и, собственно говоря, считает их какими-то дурными, неправильными, там, деградационными и так далее. То есть для человека единственное правильное поведение – это подавление и уважение тех, кто его подавляет. Ага, проблема идет из детства, проблема идет из образа поведения, который человек сделал своим. Проблема идет из первичной, так сказать, модели поведения, которая была перед глазами человека. И только такой мотив, такую модель отношений человек воспринимает как истинную, как жизнеспособную и так далее. То есть равенство, полимеры, многогранность, оттенки человек не воспринимает. Связано это может быть еще и с интеллектуальным развитием, то есть, ну, понятно, что чтобы определить некий такой оттенок отношений, оттенок там, я не знаю, оттенок чувств, оттенок эмоций, оттенок переживаний. Нужна рефлексия, нужна интроспекция, нужен отчет о том, что ты чувствуешь, отчет о том, что ты переживаешь. А для этого требуется терпение, для этого требуется время на анализ, для этого требуются способности к анализу, а этого у человека может попросту не быть. И в результате гораздо проще быть так, либо прав, либо не прав, либо ты сильнее, либо слабее, никаких таких сложных моментов, таких каких-то вот, знаете, таких непонятных ситуаций в жизни такого человека не бывает. И очень может быть, что подобная реакция, она спровоцирована не только каким-то поведением, знаете, из детства, да, не только какими-то комплексами, но еще и следствие личной травмы, следствие личных каких-то разочарований, когда человек что-то потерял, очень важное для себя в результате того, например, что не понял важности, не понял значения, а попробовал это, соответственно, как-то восстановить. Восстановить у него это не получилось в силу ряда причин. И по этому человек разочаровался в этом, и чтобы заглушить свое чувство вины, использовал такой вот защитный механизм. То есть подобное поведение – это всегда защитный механизм. Защитный механизм, он призван скрывать что-то.
Он, блин, скрывает какие-то страхи, как правильно вам написала коллега, какие-то переживания, какие-то внутренние комплексы, неуверенность в себе и так далее. Неуверенность в себе, кстати, проявляется в том, что человек не воспринимает полимеров, да, то есть ему сложно допустить, что может быть прав и он, и другой, ему сложно допустить, что оба могут быть сильны, потому что тогда человек чувствует себя менее уверенно. А если откровенно силен он уверен в этом. Если откровенно слабее он тоже в этом уверен, то есть никаких проблем нет. И вот такие вот две основные особенности, да, то есть первое, комплекс модель поведения, детско-родительские отношения. И, собственно говоря, первичная модель поведения наиболее эффективна для человека. А вторая причина, возможно, это то, что человек на протяжении своей собственной жизни уже испытал какую-то травму, как написано у вас в тегах вопроса, и в результате реакционного поведения, поведения замещения негативных последствий этой травмы человек, по сути дела, использует механизм защиты. А дальше, что делать в данном случае? Спрашиваете вы. Что делать в данном случае? Вообще непонятно, не совсем понятно, делать с кем. То есть, с человеком вы, вообще говоря, можете сделать не так уж и много. Пожалуй, различать то, что вы можете сделать, можно по именно с человеком, можно по критериям того, как он относится к своей проблеме, к тому, что у него есть сейчас, на данный момент. А если человек считает проблемой то, что у него есть, да, то есть он видит, наблюдает проблему, которая у него присутствует в данный момент, то тогда, при условии, что человек отдает отсчет, что у него проблемы, ему можно помочь. То есть с ним можно разговаривать, можно выяснить, почему он так себя вел, что его заставляет так себя вести и так далее. Либо можно порекомендовать ему обратиться к нам на ресурс хотя бы, чтобы он сам с нами поработал. Это, вообще-то говоря, самый лучший вариант. Если человек не осознает, что для него эта проблема, не видит в этом проблему и считает, что он прав, тогда вы можете только своим поведением, а последовательно, терпеливо, с выдержкой показывать ему, что его ценности, они не верны. Что другие ценности, которые, например, важны для вас, они более правильны, более жизнеспособны и более продуктивны. Как вы это будете показывать, зависит целиком и полностью от вас. Например, вы можете создавать определенные ситуации, где подобное отношение человека полностью бесполезно. То есть его вот это вот подавление, оно ничего не дает. Если вы сможете показать человеку непродуктивность его отношения, его поведения, то при наличии адекватного отношения к себе, человек задастся вопросом, а все ли правильно он делает, и волей-неволей начнет постепенно прислушиваться к вам. Но для этого вам нужно для начала полностью принять его позицию, чтобы он не видел вас врага, чтобы он не чувствовал, что вы пытаетесь как-то его переделать. То есть вам нужно будет, условно говоря, сделать вид, что вы приняли его позицию. А если же человек не имеет критического отношения к себе, если человек, несмотря на то, что вы доказали ему неправоту его действий, неправильность его поведения, все равно продолжает вести себя определенным образом, то тогда это говорит о том, что человек боится того, что его поведение изменится, он станет другим, начнет страдать, и в этом случае изменить его как-то не представляется возможным, по крайней мере, вам. То есть вот вы сами
поменять взрослого человека не сможете. Теперь, если говорить про то, что можете сделать вы, то есть что нужно делать вам, что делать с вами, что делать с вашим отношением к нему, то здесь вариантов, на мой взгляд, также немного. Вы можете полностью его принять. То есть, ну, просто вот понять, что человек такой вот, какой он есть. А проблема заключается в том, что вы видите какие-то вещи. Например, вы видите, что человек, значит, нападает и чаще всего в сложный момент. То есть, он нападает тогда, когда вам плохо, когда вам сложно. В любой другой ситуации вы бы восприняли это как ну, конкретное оскорбление себе, как конкретное неуважение к себе и так далее. Но для человека такое поведение значит немножечко другое. Для человека такое поведение значит выразить отношение к вам. То есть его нападение на вас в сложный момент вполне может быть означает, что ему не все равно на вас. Но вот таким, таким необычным способом он вам это показывает. Просто потому, что по-другому он не умеет. Вы подумайте, зачем он нападает на вас в сложный момент, если знает, что вам плохо? Наверное, потому что так он пытается проявить свое присутствие. Так он пытается проявить свое небезразличие к вам. Но по-другому он не умеет. То есть вам нужно не просто принять его, а вам нужно перестать видеть то, что он делает в классическом смысле этого слова. То есть если вы начнете видеть за его поступками что-то другое, если вы начнете относиться к тому, что он делает по-другому и по сути дела будете воспринимать его поведение как искаженное иное поведение, то, о котором я говорил ранее, то вы сможете общаться с ним нормально, потому что вас, например, никак не будет задевать то, что он делает, этот человек. Если же вы не можете этого сделать, если вы не можете себя переделать, если вы не можете себя пересилить, то тогда можно и нужно говорить о том, что смысла быть с этим человеком для вас нет. Он будет причинять вам только боль, он будет причинять вам только дискомфорт. И в этом случае, пожалуй, можно говорить об отдалении от него для вашей же безопасности. И вот если вы не можете этого сделать, если вы хотите от него отдалиться, но не можете, то тогда можно говорить о вашей зависимости от этого человека. И для того, чтобы эту зависимость преодолеть, для того, чтобы эту зависимость побороть, вам нужно понять, в чем вы нуждаетесь в контексте данного человека. То есть, почему вы до сих пор с ним, несмотря на то, что вам не нравится он, что он вас там обижает, задевает и что-то еще. А зависимость убирается путем понимания своих желаний, путем отделения своих желаний от стремление сделать человека счастливым, то есть от ну, таких романтических чувств полноценного, независимого, самостоятельного человека и, соответственно, удовлетворение ваших желаний самостоятельно отдельно и такое же самостоятельное проявление позитивных чувств по отношению к человеку, о котором вы пишете. То есть, надеюсь, я смог донести до вас эту мысль. Это был ответ на ваш вопрос. Точнее, на ваши оба вопроса, которые вы задаете. И что бы мне хотелось добавить? Добавить мне бы хотелось то, что такие люди всегда, они прямолинейные, жесткие, они не выносят полимеров, не выносит оттенков, скорее всего вспыльчивые, скорее всего порывистые, импульсивные, скорее всего скрытные достаточно, то есть не говорят о себе, не любят каких-то мягкостей, не любят каких-то нежностей и прочее. То есть это люди с достаточно
таким специфическим образом жизни, специфическим отношением к окружающим людям. И вам нужно для себя понять, что даже если вы исполните что-то сделать, даже если человек осознает, что у него проблемы, это мы берем самый лучший случай, то все равно, по крайней мере, половина из того, что есть сейчас, сохранится, то есть человек не будет другим. И непонятно, кто вы ему, но я предположу, что вы хотите, что-то для него сделать. Я предположу, что вы, скорее всего, может быть, его любимый человек, может быть, вы родственник, может быть, вы друг. Вам нужно в любом случае либо принять этого человека таким, какой он есть, и приняв его, что-то стараться сделать постепенно, либо не принимать, и особенно если вам это вредит. То есть определите для себя, вредит ли вам взаимодействие с этим человеком. Если вредит, то отдалитесь от него на то расстояние, чтобы вам он не вредил, потому что в противном случае у вас будет опустошение, и вы будете жертвовать собой, что не приведет ни к чему хорошему. Либо полностью нейтрализуйте вред, который человек вам оказывает, который человек вам наносит, и будьте с ним также близко. Только так. Если вы будете испытывать вред на себе, то, поверьте мне, ничем хорошим это не закончится в любом случае, независимо от того, как человек относится к тому, что с ним происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.